Команда школы номер 12 имени Чкалова заняла первое место в финале регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки». Наши кандидаты в мастера спорта Макар Поспелов, София Сычева, Искандер Салихов и Полина Аксиненко показали лучший результат среди 120 школьников из 30 муниципалитетов. Этот чемпионат он проводится с 66 года и начинался еще в пионерском движении. Потом с распадом Советского Союза в России он продолжал свою жизнь или там обрел вторую жизнь. И сейчас он очень активно развивается. Московская область один из лидеров по количеству участников. Турнир прошел в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Для проведения соревнований наш город был выбран не случайно. В прошлом году щелковцы практически тем же составом представили Московскую область на всероссийских соревнованиях «Чудо-шашки». Тогда команда одержала досрочную победу за тур до завершения турнира, с большим отрывом вырвавшись вперед по количеству очков. А Московская область впервые с 1967 года заняла первое место в России. В этом году наши ребята на меньшее не согласны. Будем готовиться, трудиться. У нас месяц еще есть для подготовки к всероссийским соревнованиям. Учтем все проблемные наши места и постараемся их исправить, чтобы выиграть. Педагоги команд победителей получат возможность бесплатного обучения на инструктора по шашкам от президента Федерации шашек России Анатолия Никитина. Евгения Корытько, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.